улечу на таймлапсе, типа, на таймлапсе. Улетим красиво. Ты втираешь мне какую-то дичь. Вы понимаете, что они говорят? Я не понимаю. Меня ебут! Блять. Я успокаиваюсь, я вникаю. Сука, я в Доте! Я не понял, но очень интересно. Добро пожаловать в Дота 2. Я действительно играю первый раз, я ни разу ее не запускал, потому что никакого желания никогда в это играть у меня не было. Я не проспорил спор, я как бы не подкуплен неистовым донатом, просто где-то полгода назад, чтобы Пердер от меня отъебался, я предложил ему на его день рождения поиграть в его блядскую доту. Запомнилось. Вот. Честно говоря, сегодня я боролся с адским... Прям вот желанием не делать этой хуйни, но поскольку как бы я другой человек, но мне очень не хотелось, вы даже не представляете. Вот представьте вещь, которую вы никогда в жизни не хотели, не хотели бы ни за какие деньги, ни за какие ковришки. Ну там, я не знаю, ну вот, потрахаться с мужиком, вот типа вот я вот сегодня вот примерно такой уровень дискомфорта испытываю. Вот... Вот, просто представьте, что типа полгода назад я обещал Пертру на его день рождения потрахаться с мужиком. Вот, и типа я сегодня, нехотя, предварительно закупив вазелин, то есть скачав игру. Вот, да, типа, вот, блядь, welcome to the club, buddy, короче. Вот, теперь и я в этой хуйне. Я не специально, просто типа день рождения у человека. Я надеюсь, что вы не будете донатить, не будете ставить лайки, и все уйдете нахуй с этого стрима, потому что те, кто смотрит доту, куски бессмысленного говна. Вот. Так что я не рекомендую ни донатить, ни ставить лайки, потому что если вы замотивируете меня играть в это, то вы конченые. Страдай с любовью 3. Да вы охуели, что ли, блять? Косарь, блядь! 5 минут стрима не прошло! Ублюдки! Перестаньте! Не надо! Спасибо огромное за донат, братан. От души. Пожалуйста, не надо, блядь, так делать! Чё за приколы, блядь? Видишь первый ряд? Матерь божья! Что это, блядь, за пидоры? Короче, ребят, сегодня, судя по всему, я... Ваша очередь запрещать героя. Так, ну ты бан героев. Ты в мид пойдешь? Я да. Ну, я, значит, тогда керри, да? Ты да, давай на керри. Ну давай попробуем вот так вот. Ха-ха-ха! Хуй у тебя, что получится, я его запретил. Придумай другую стратегию, еблан! И давайте все вместе. Почему вы смотрите таким количеством людей? Я не понимаю, ребят. Ну вы че, вы ёбнутые, что ли? А ну нахуй все со стрима, блядь! Не смотрите это говно! Это для дегенератов, блядь! Маскит, ты умрешь! Маскит назад, блядь! Вашу центральную маскит башню. Маскит нравится? Ваша центральная башня. Пошел нахуй! Как, блядь, прожать хил, сука! F или 3, блядь! F3! Нихуя! Может быть, блядь, F3 здесь? Нет! Как прожать хил, уёбки! Дожми, да я... И на дерево доведи. Вашу нижнюю башню от... На что, блядь? Дерево, видишь, по бокам. Должен... А при чем здесь дерево-то, блядь? Наконец-то играет лучшую игру всем тремя народом. Правой кнопки на эту хуйню. А, видишь, она у тебя в инвентаре. Москит, привет, когда обзор будет? Вот, москит. Я что, блядь, за бобра играю? Что это за хуйта? Такое было в первой доте. Я
сожрал три дерева, блядь, чего это за хил? Да. Вот нажми на нее. И курьер? И давайте лупус поставим. А он не может автоматом доставлять мои заказы, сука, блядь, Яндекс, ты охуел? Потому что... У Яльта в 4 хороший хил. И он будет постоянно туда-сюда. Да, пусть бегает, он нип! Плюс он нихуя не бессмертный. Курьер не бессмертный! Да кому не похуй на таджиков, блять! Пусть таскают! О, ужас, блять! Блять, я уже отрегенился! Нахуй я сожрал это дерево! Пока курьер нес, уже не надо! Ваша пицца говно! Я уже сделал яичницу, блять! Баскит не автоатач, крипов. Пошел нахуй! Это игра, где есть крипы. Я хочу их бить. Не автоатач, крипов. Че качать, блядь? А я похуй. А мне похуй. Вот идите в очко. Просто идите в очко. Я буду качать все. Сосите хуй. Идите в очко, сосите хуй. Читать в доте. Да пошли вы нахуй, блядь. Я пришел в интернет деградировать, блядь! Вот это поворот! А как я выгляжу? Пошли вы нахуй. О, я знаю, как сделать так, чтобы зрители вообще, блядь, все разбежались. Блядь, бей крипа! Бей крипа, сука! Да, ко мне пришел враг! Ух ты, нихуя себе, мне дали пизды! Я сдох. Ебать. Да почему мне опять дали пизды так быстро? Вот видишь, москит, инвок сильный, пикнул бы ты инвока, был бы пиксель. Да кто такой инвок? Я не знаю, кто из этих пикселей инвок. Билент, как дота? Нет, покажи вёд. Как жизнь задрота просто, блядь, ни о чем. Блядь, тут какие-то лоси здоровые. И деревьев нет, жрать нечего, блядь, бобер голодает. А! Жопа, они ебут меня. А, нет, не ебут. Если у вас был какой-то план, которого вы планировали придерживаться, чтобы я с вами играл в это говно. Маски, все уже поняли давным-давно, не надо об этом говорить. Нет, я скажу! Это мой стрим! Пошёл ты нахуй! Ай-яй-яй-яй, пиздют. Пиздют, крипы стопят. Пиздют. Кто, чего? Кто меня поднял? Куда? Варфейс меня поднял? И на ручках занёс. Я рот его ебал, блядь. Лэнч или что? Собирай железное очко. Каменный стул, блядь, и антипригар. С тефлоном! С тефлоном обязательно! И сядишься на нее! Сядишься на нее как следует, бля! Прямо из боевичка! Прямо прыгаешь и сядишься! Это москит, москит, это, блядь, пиздец, пиздец. Чё, блядь, москит? Я же могу сделать, бля. Пацаны такие, побегайте с нами, блядь! А я шо там сосу, шо тут сосу, блядь! Какая мне разница, с какой стороны щеки мне пихают? Объясните мне, пожалуйста. А чё так... Я секунду хотя бы в бою-то прожить-то, блядь, смогу или нет? Пойдем играть в доту, будет весело, ёбаный рот, блядь. Этот день мы приближали как могли. Ты будешь сосать, сосать. Ты будешь, блядь, сидеть на ящике с... бутылок, блядь. А что, блядь, что вы от меня хотите? Что, блядь, это за игра такая? Я играл 20 лет назад не в это, нахуй, было легче. Да почему меня пиздят постоянно? Где моя команда? Такое ощущение, что я сосу один на всем порнхабе. Вот представьте, вот порнхаб, вы забиваете тег blowjob, блядь, и в каждом видео я. Больше никогда ни с какими, блядь, мудаками я не буду, блядь, обещать играть ни в какие нахуй игры. Через год у Пертера еще один. Пошел он нахуй со своим днем рождения.
сколько бы ему не исполнилось, хоть юбилей, хоть миллиард лет, просто похуй. Правда, блядь? Да. Тогда возьми и перетянись, блядь, на другую, уёбок! Не-не-не, москит у нас... Я снизу, блядь, что, блядь, не так? Потому что мы сделали, что смотрите, Alt F4, Ctrl Alt Delete, диспетчер задач, Dota 2, снять задачу, идите нахуй. Ну ты чего? Завершить трансляцию.